Сегодня в Каспийске во дворце спорта имени Али Алиева стартовало первенство Дагестана по дзюдо среди юниоров до 21 года. В течение двух дней обладателей 16 комплектов наград определят около 150 спортсменов. По его итогам наставники сформируют команду республики для участия в соревнованиях округа. Пройдут они в начале октября в Грозном.